Многие зрители с нетерпением ждут выхода каждого нового проекта Пятого канала. Почему? Все дело в том, что они всегда какие-то добрые, родные, к ним привыкают, ждут новых встреч с главными героями. И это независимо от жанра. Вот и сериал «Филин» с Данилой Якушевым в главной роли сразу попал в эту категорию. Осенью 2022-го зрители смогут увидеть второй сезон. Но уже сейчас многие интересуются, будет ли продолжение в виде третьего сезона. Напомним, в роли Алексея Филиппова зрители увидели Данилу Якушева. Роль медсестры Захаровой досталась Екатерине Зориной. В роли капитана Козина Андрей Терентьев. Екатерину Громову играет Екатерина Рябова. В роли главного врача Шипилова Михаил Николаев. Ординатора Черных играет Василий Степанов. По предварительной информации, дата выхода третьего сезона сериала «Филин» может быть назначена на вторую половину 2023 года. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.